Всем привет, ребята! Христос воскрес! Сегодня такой светлый праздник. И мы находимся сейчас в Аликанте. Это лагерь для беженцев. Я вам покажу наш путь. Нас везут в церковь. Не знаю, какую, куда. Вот, мы поедем сегодня на автобусе в город. И присоединяйтесь к нашей поездке вместе с нами. Всех с праздником! Нас привезли в православную церковь. Она, я так поняла, одна единственная на весь город Аликанте. И здесь прямо для нас специально батюшка ждал нас и провел службу. Потому что он нас встретил, сразу начал звонить в колокола. И мы все зашли, нас всех пригласили и провели праздничную пасхальную службу. Далее в конце службы деток выстроили в очередь и дали нам всем по пасхальному священному яйцу и кусочек Пасхи. А также детям давали конфеты. Что еще хотел сказать? В конце батюшка этого храма выступил перед нами. Он знает испанский язык, мы не знаем, но на английском он нам сказал несколько слов, выразил свою поддержку по поводу войны и по поводу Украины и сказал, что он за мир. И двери его храма всегда открыты перед украинцами, приглашал приходить в любое время. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Соня, воистину воскрес, сказала? Христос воскрес. Спасибо. Все, друзья мои, закончилась служба. Вот звенят колокола. Маленькая церквушка такая, но приятная. Открыта она здесь 20 лет. Сказали, для разных национальностей православная церковь. Вот. Слышите звук? И здесь очень рядом вот такая площадка. Мы пришли с детьми. Интересная смотровая площадка. И детская, прямо с выходом на пляж, на море. Посмотрите, какая красота. Всех с праздником! Христос воскрес!
Далее мы пошли к морю прогуляться, потому что у нас еще было 2 часа свободных, чтобы подождать нашего бесплатного автобуса. Он у нас ездит 2 раза в день, отвозит людей в город и забирает, поэтому нужно подстраиваться под него. Раздеты, загорают, много людей купаются. Мы, конечно, одеты очень тепло, потому что у нас холодно там в лагере. А здесь настоящий пляжный сезон уже открыт. Судя по пляжу, уже можно сказать, что сезон открыт. Море людей, конечно, это был выходной, еще ближе туда к гостинице, там очень было много загорающих с детками. В общем, испанцы отдыхают. Ой, голубки такие белые, красивые, да? А вот их кормят здесь, Сонь. Смотри, Сонь, сколько яхт. Ух ты! Здесь целый яхт-клуб, парковка. Вот там еще есть прогулочный катер, я так понимаю. Это, наверное, в сезон катает. А вон на байдарках или на чем плывут сейчас? Нету резкости, вот. Это такая центральная набережная. Посмотрю, потому что я здесь не была. Мы только проезжали, видела через стекло. А так не гуляли. Вблизи не видела. Панорама плывет. Это вот этот, наверное, да, прогулочный, 4 евро? Тут всего 2 человека, да? Держи Соню за руку. Да, ребята, это тот прогулочный катер, он стоит 4 евро, один билетик. И вот здесь внизу я вам сняла расписание, и зимнее, и летнее. Сейчас уже с 12 дня каждый день он катает людей. А это морской порт в Аликанте. Здесь очень красиво, прогулочная зона. Пальмы вокруг, скамеечки, и люди прогуливаются. Все, друзья, спасибо вам, кто был со мной. Еще раз всех с праздником. Христос воскрес! Желаю всем мира. И очень-очень хочу, чтобы был мир у всех. И чтобы никогда не было войны, и никто ее не застал, ребята. Это единственное желание, которое хочу сегодня, как говорится, загадать. И не только сегодня, я думаю, многие молились за это, за мир. За мир, действительно мир. И чтобы никогда не было того кошмара, который, к сожалению, произошел у нас. Все, друзья, всем пока! А это в конце несколько кадров вам покажу. Мы зашли за гостиницу Мелия Аликанте, и, к нашему удивлению, там открылся бомбезный вид на море, и еще идет такой деревянный мол, он называется, то есть это деревянный настил, который идет прямо в море, по нему можно прогуливаться. Кстати, есть лифт для тех, кто не может самостоятельно подняться, для инвалидов, а также для детей с детьми. Можно подняться на лифте. И вот такой прекрасный вид, можно прогуляться, прям уходя в море.
вход на этот молл бесплатный, но он работает в определенные часы, то есть, по-моему, с 10 до 22. Все, друзья, спасибо вам за внимание, подписывайтесь и до новых встреч. Всем пока!